вспомнили многие, которые уже там могилы, комбайны, которые работали, там бригада Висмана, которые показывали, как там косили, зерно убирали, поливали наше хозяйство, показывали, как орошение идет. И все это память осталась. Недаром можно сказать, мы прожили в то время в колхозе, оставили какой-то след наших людей. Звезды погасли, засветятся снова, светятся снова. Рыбки уплыли, рыбки уплыли, назад приплывут. Птички умолкли, песня готова. Мать умерла, никогда не вернуть. Отец, отчизна, дом родимый, родные сердцу степи и поля, порою синие, а утром золотые над краем наши небеса. Das gibt hier noch eine Treffung mit unserem Herrn und Heilandes. Da ist es kein Schäden, kein Leiden, sondern berichtet uns die Bibel. Ну и хочу поблагодарить всех сегодня присутствующих, всех организаторов за эту встречу. Есть хорошее сказание: человек, не знающий прошлого, не имеет будущего.